В индустриальном парке «Заволжье» открыли новое предприятие по производству алюминиевых банок для напитков. Это завод компании «Арнест Упаковочные решения». Старт производства по традиции прошел торжественно. С нажатием кнопки запуска станки заработали. Гул современного индустриала заполнил цех. В городе Ульяновске официально открыт. Реализация проекта по строительству завода в Ульяновске начал предыдущий владелец активов – американская компания Ball Corporation. 15 октября 2021 года в Ульяновске состоялась официальная церемония закладки первого камня. Однако вскоре проект был заморожен в связи с уходом с российского рынка. Новый собственник, группа «Арнест», объявила о возобновлении строительства в декабре 2022 года. Понятно, что приобрести активы у уходящих иностранных партнеров, наверное, дело не хитрое, тем более, когда ты являешься специалистом в своем деле. Другое дело – это взять предприятие, по которому есть только проект, и по которому проект должен быть реализован на оборудовании, с использованием оборудования уже на сегодняшний день недружественных производителей, его переформатировать и реализовать абсолютно в новом формате, да, с новыми партнерами. «Арнест Упаковочные решения» – ведущий российский производитель алюминиевой упаковки. Компании принадлежит 3 завода по производству алюминиевых банок и единственный в России завод по производству алюминиевых крышек. Предприятие расположено в Наро-Фоминске Московской области, в Всеволожске Ленинградской области и Аргояше Челябинской области. Я очень благодарен руководителю группы компании «Арнест» Алексею Дарвичу, очень благодарен Министерству промышленности и торговли Российской Федерации Денису Валентиновичу и Виктору Леонидовичу. Они поддержали нового инвестора. Мы, как регион, со своей стороны оказали полную поддержку. И в кратчайшие сроки, буквально за каких-то 8 месяцев, был пересмотрен проект, перешли на другого поставщика оборудования, на китайских производителей. И за 8 месяцев был построен завод практически от фундамента. Представители компании-поставщика оборудования тоже присоединились к торжеству. Из Поднебесной привезли живописное полотно, выполненное на натуральном шелке китайскими мастерами. Пейзаж со смыслом подарили с наилучшими пожеланиями. Написали: желаю вам бизнес, как весна. Деньги к вам приходят, как вода. Запуск первой линии провели раньше срока. Он был запланирован на апрель. Вторая линия заработает в июне. Руководитель группы «Арнест» Алексей Сагал планирует и дальше интенсивно наращивать мощности. Уверенность полная, что во втором полугодии мы будем работать на полной мощности, сделаем 800 миллионов штук, то есть практически годовой план. С вводом в эксплуатацию этого предприятия создается 150 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превысил 13,5 миллиардов рублей. Проект реализует при поддержке Фонда развития промышленности. Сопровождает и поддерживает инвестпроект Корпорация развития Ульяновской области. После выхода на проектную мощность завод сможет производить более 1,5 миллиардов банок в год. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Управда ТВ.